Привет подписчикам и гостям канала. Сегодня будем лечить такую болезнь наших автомобилей с семиклапанным двигателем. Это вот такое осевое смещение распредвала. То есть вот он стучит. И когда вы едете, он вовсю долбит. Вот видите, насколько он перемещается и как он потом долбит. Лечить будем вон той крышки, там снимем и поставим вот такие штучки. Это штучки, я вам скажу по секрету, это пыльнички сальника генератора переднего. Они обожженные, они остался металл, то есть за счет этих подкладушек мы берем осевое биение, и мы сделаем сейчас лучше, чем было. Вот я снял эту крышку. Теперь, вот смотрите, сюда идеально вмещается кольцо сонное. Сейчас я поставлю туда на распредвал это кольцо и притяну крышкой. То есть сейчас я сфокусирую это все, чтобы показать. То есть там распредвал. Это кольцо я одеваю сюда. И там она вот так становится. Сейчас я чуть притяну крышку и попробуем смещение распредвала, сколько будет смещаться. Если будет смещаться много, то еще одну поставим. Я поставил крышку на один болтик. Одну я, как видели, поставил. Колечко, вторая стала. Сейчас мы попробуем распредвал сместить в ту сторону. Ну и все, распредвал не смещается. Вот так, возьмите себе на заметку. Еще раз повторю, кто не слышал, что это пыльник переднего подшипника генератора, вот такого генератора типа. Стоит старый подшипник, он идеально подходит по размеру. Подставляете, убираете люфты, то есть у вас будет распредвал не болтаться и грохота в движке не будет такого, как было раньше. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, дальше будет интереснее.